Ранним утром темным лесом еду, как то на коне. Вдруг навстречу тащут бесы, леди Еву на ремне. Ранним утром темным лесом еду, как то на коне. Вдруг навстречу тащут бесы, леди Еву на ремне. На подмогу к леди Еве поспешил, спрыгнул мигом на дорогу, бесов матом обложил. Пою гранные мне бомбогранные, пою гранные мне не бомбогранные, пою гранные мне бомбогранные, пою гранные мне бомбогранные. Ответ был очень грубый: эй, пиздюк, ты кто такой? Все пиздец вам трупоёбы, закипел кровавый бой. Изрубив поганых гадов в очень мелкий винегрет, я потребовал награду нежной девичьей виньет. Тем же блядская ты рожа, я тебе не подхожу. Хуй на месте, яйца тоже, дай хоть в жопу засажу. Между тем, гремя за лупой, ехал мимо Ланселот. Человек он был не глупый, но драчун, пиздюк и мод. Увидал он леди Еву, крикнул мне: как смеешь ты посягать на королеву охуенной красоты. Потащил из ножен меч.